Ну, теперь попробуем разнообразить нашу. Перейдем в Edit Mode. Возьмем Select. Select и выберем Select Random. Видите, вот он выделил Random, да, 50%, ну, скажем, 5. Так, что-то он не особо как выделил, да? Я сейчас посмотрю, в чем дело, ребят, подождите. Все дело в том, что я делал array, а вы знаете, если делаешь array, появляется вот такая штучка. И вот на нее, когда я, то есть mirror, вот, нажимать надо apple. То есть я согласен с этим совсем, все, мы будем дальше работать, пока это... Так. Ну, только надо это делать все в объект mode. Вот так. Все, теперь у нас этих ключей нет. Вот здесь еще есть какой-то ключ тоже, скажем. Теперь у нас все нормально. Возвращаемся в edit mode. Говорим select и говорим select random. А мы где были? Вот она. Select random. Да? Но столько много нам не надо, поэтому давайте мы сделаем, допустим, 25 здесь. Вот 25. Или даже вот 5. Так. Вот это мы можем как бы менять. Теперь Ctrl-L, вот, и тут мы можем уже с вами применять, допустим, тот же самый S. Так, чуть меньше сделать, да, или, допустим, S по Z. Так, допустим, вот такое сделали с вами безобразие, хорошо. Далее мы можем опять перейти. Ну, даже так, тут мы что-то переборщили явно. Можем поправить сюда. Вот так, допустим, пускай будет, да, если где-то мы нарушили что-то. Далее мы опять можем пойти select random. Да. Здесь увеличить количество этих рандомов. Далее Ctrl N. И еще раз, допустим, теперь S по X. Таким образом мы как бы нарушили вот, с той и с другой стороны, все теперь хорошо, мы нарушили этот порядок, нам он не нужен, все хорошо теперь, замечательно стало. Так, ну теперь давайте займемся фасадом, да? Я планирую здесь каменные такие углы сделать и из балок сотворить. Поменьше сделаем, то есть это балка у нас будет верхняя, да,
Так. И мы приторочим прямо вот сюда. Сейчас. G по x. Вот сюда мы приторочим, да и все. А вот эти углы не обращаем внимания, потому что мы можем всегда сказать, что пойдем в редактор и порежем ее нафиг. Вот здесь. Чтобы потом просто-напросто убрать вот эти вещи. Каким образом? А вот таким. Сейчас мы сделаем вот так. Перейдем в режим точек. Увидели вот эти. Так, стоп. Не спешим. Выделим вот эти точки. И вот эти. Так, и потянем их немножко к себе, на себя, да? Это будет S, Y, по-моему, и спрячем их. Все. Да? Нет, не все. Еще немножко спрячем, потянем. И все, у нас их больше нет. Так, теперь в середине нам надо сделать. Убираем это. Так. Середина нам нужен тоже такой же. Давайте возьмем, как всегда, кубик. Из кубика уже понаделаем все, что нам нужно. Можно перейти в объект. Ну, все правильно, опять началась та же самая беда. Переходим в объект. Убираем выделение. И теперь вот здесь уже создаем. Когда я только запомню это, что нельзя это делать. Кубик. Кубик, Рубик. Вот так, такую балку теперь сделаем. Поднимем ее наверх, вот эту. Угу. Перейдем в режим вот сюда. Видим, что она большевата. И уменьшаем. И перемещаем вот сюда. Да. Какой толстый получился брусто. Чуть помедленнее, кони. Чуть помедленнее. Так, и Г по X. Ничего не вылезло тут у нас. Собак, ты теперь решил себя так проявить, да? Ох, какой ты надоедливый. Так, готово. А после этого мы можем здесь внизу положить такие угловые камни, да? Давайте это сделаем, чтобы мы знали, где мы находимся. Так, хорошо. Ну, так как домик-то у нас примитивный, то в принципе у нас все здесь будет из примитива состоять, в том числе и дверь. Здесь угловые компоненты. Даже окна будут просто символически изображать. Вот. Потому что будет все с птичьего полета, и нам главное это все выделить. Ну, я думаю, что это мы с вами уже сделаем в другом видео. Таком, как я не хочу превышать 10-минутный размер видео. Поэтому до следующего видео.